Отжимания и прыжки на вес золота. На стадионе «Уральский трубник» вовсю идет подготовка к сдаче норм ГТО. Как Первоуральск готов к труду и обороне, узнали наши корреспонденты. Схитрить на отжиманиях не получается. Чтобы подход засчитали, опускаться нужно так, чтобы судейский прибор сделал щелчок. 12. Дошколята и школьники Первоуральска готовятся сдать нормативы ГТО. На городской стадион пришли 70 детей. Кто покажет хороший результат, пойдет сдавать на значок. Но выкладываются участники с полной отдачи. Плачут, если не попали в цель. Качают пресс на последнем дыхании. Готов к труду и обороне. Это программа физического воспитания россиян. Сдавать нормативы жителей России 5 лет назад призвал президент Владимир Путин. В комплекс входит 15 упражнений. Бег, метание мяча, отжимания, подтягивания, плавание. Первоуральский за сдачу ГТО отвечает старт. Из их центра тестирования результаты отправляют в Казань. Там присуждают те самые значки. А на сегодняшний день уже вот за 5 лет работы центра тестирования выполнение нормативов комплекса ГТО приняло участие около 4000 человек, а знаки отличия получили 1218 человек. Тем, кто получил значок, полагаются бонусы. Например, выпускники школ с серебряными и золотыми значками отличия могут получить еще 5 баллов к ЕГЭ. К тому же они помогут студенту вуза получать повышенную стипендию. Директор коммерческой компании Алексей Саминский сдал все нормативы еще в прошлом году. Ему 56. Он 13 раз подтягивается, бежит 2 километра за 11 минут, проплывает всю дистанцию в бассейне за 30 секунд. Сегодня ему вручают золотой значок. Я думаю, для начала разговора отнесу на работу, продемонстрирую своим сотрудникам, чтобы их подвигнуть, ну, скажем так, на такие же подвиги. Вероника Сазонова упражнение на пресс выполнила 56 раз, а золотой минимум 40. В нормативы также сегодня уложилась половина участников. В апреле они снова придут в старт и под присмотром родителей будут сдавать нормы ГТО, чтобы получить свои первые значки. Николай Свердлов, Никита Нехорошков и Денис Храмцов. Новости Первоуральск.